Новая неделя в Люберцах началась с оперативного совещания в администрации. Об итогах проделанной работы доложили руководители силовых структур, а также органов местного самоуправления. Как прошла очередная неделя в округе, расскажет наш корреспондент. За отчетный период в люберецкую полицию поступило 1500 обращений. По 27 стражи порядка возбудили уголовные дела, и только 4 из них пока остаются нераскрытыми. Также было 185 ДТП, из них с одним пострадавшим. Личный состав занимался по распорядку текущей недели. Никаких резонансных преступлений, ничего не произошло. 50 выездов по сигналу тревоги, ликвидация 3 пожаров. Так прошла неделя у люберецких спасателей. 23 сентября им пришлось бороться с огнем, который вспыхнул в гаражном боксе. В результате происшествия пострадал лишь автомобиль. Остальные случаи также обошлись без жертв. Один пожар произошел на территории городского округа Дзержинский по адресу Дзержинское шоссе, дом 1, автомотосервис. И один раз оказывали помощь коллегам с Раменского гарнизона. В Люберцах продолжается реализация губернаторской программы «Мой подъезд». На сегодняшний день работа завершена в 62 домах. Кроме косметического ремонта, некоторые входные группы делают комфортными для людей с ограниченными возможностями. А чтобы защитить жителей от коронавирусной инфекции, места общего пользования обрабатывают специальным раствором. Ведется мониторинг и анализ поступивших обращений в соцсетях по вопросу уборки мест общего пользования и дезинфекции. Такая же работа проводится на детских игровых и спортивных площадках. Дезинфекция объектов проводится каждый день. В то же время в городском округе продолжается комплексное благоустройство дворовых территорий. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.